Всем привет, с вами Ниагара. Продолжаем играть. Такая паутинка сверху. О, боже мой. А, когда по паутине идешь, то он застревает. Вы слышали, что нам сказали? Нам сказали, что человек в полосатой кофте придет сюда. Я слышала, они ненавидят пауков. Ой, я ненавижу, я их боюсь. Я слышала, они любят топтать их. Я слышала, им нравится отрывать им ножки. Ой, что-то прям тяжело идти. Я слышала. Что? Я не могу идти. Ой, нет. Ой, нет. Что они ужасно скупы до своих денег. Думаешь, что твой вкус слишком утончен для нашей выпечки, да, дорогуша? Не соглашусь с твоим мнением. Да очень дорого ты продавала. Нету денег столько. Думаю, твой вкус прекрасно подойдет нашей следующей партии. Нет, вот на нее мне писали, что нужны были эти паучьи пончики. Для чего? У меня ничего нету. А Маффет ловит вас в ловушку. Я не знаю, что с ней делать. Мы не выживем. Заплатить. Ну давай попробуем. Нет, давай отбиваться. Попытка выбраться из паутины. Маффет прикрыла рот рукой. Хихикать над вами. А чего ты так покраснел, дорогуша? Ой-ой-ой. Чего такое? Как спасаться-то? Думаю, фиолетовый пойдет тебе куда больше. Вы попали в странную фиолетовую сеть. Дальше. Маффет. Надо отбиваться. Еще одна попытка. Маффет смеется и хлопает в ладоши. Почему ты так бледен? Ты должен гордиться. Ой. Ой. Все паучки хлопают вместе под музыку. Вы пытаетесь выбраться из белой липкой паутины. А Маффет нравится ваши гримасы, и она решила сделать вам скидку. Гордится тем, что попадешь во вкусный торт. О, Маффет убирает паутину вокруг вас. О, их двое уже там, мамочки. Убирает. А, мы можем 5 заплатить. Она же уже убирает. Давай отбиваться. Пытайтесь выбраться из паутины. Никакого эффекта. Отпустить не глупи. О! О! Проскочили. Дальше еще что-то такое. Маффет синхронно танцует с остальными паучками. Да, я попробую заплатить. Вы заплатили. Маффет ослабила свою атаку на один ход. Твоя душа сделает каждого паука счастливым. Это что значит, ослабила? Нет! Маффет наливает вам чашечку паучков. Чего? Заплатить 35. Слишком много. Отбиваться. Вы пытаетесь выбраться из паутины. Какого эффекта? Ой, как грубо с моей стороны. Чуть не забыла представить тебя моему питомцу. Время завтрака, верно? Веселитесь вы двое. Какому питомцу? Ау! А? Это что такое? Нет! А как? Нет! Как тут не умереть? 6. Убирает паутину вокруг вас. А, ладно. Выседайте половину. Ну да. Ты что, предупредила нас насчет тебя? Ой-ой-ой-ой-ой, подожди, не так. Ну, пощади. Я умру. Маффин синхронно танцует с остальными паучками. Отбиваться, блин, что будем до последнего отбиваться.
Никакого эффекта. Предложила нам много денег за твою душу. Может, ей платить надо? О! У! 6. Маффит синхронно танцует. Да. Так. Установили. Такая милая улыбка. Чего? Капец. Нет. Опять мы проигрываем. Так, хлопают под музыку. Ну, давай заплачу. Ослабила атаку на один ход. Странно, но я уверена, что видела, как ее тень меняет форму. Нет! Отстаньте! А! А! Капец! У него сложные атаки. Последние деньги. Она просто ослабляет, она меня не отпускает. Ой, время обеда, да? Я забыла покормить 5 талонца. Опять. Это хрень. Да? Не выжить мне. А чё, платить ей, я так понимаю, бесполезно. Она только ослабляет, значит, нужно все время отбиваться. В общем, я опять с ней пытаюсь бодаться, но ее все время щадить. Я потому что, не знаю, борешься, она только ржет. Платишь, все равно как бы не отпускает. Будем пробовать щадить. Как грубо с моей стороны. Чуть не забыла представить о моему питомцу. Ага. Питомцы. Я так там не понимаю, как от питомца убегать, блин. Зацепила все равно. Ау! Ау! Один! Один! Дай лапшу состочу. А, ничего из упаковки. Вы налили немного воды в кастрюлю, поставили на огонь. Вы ждете, пока вода закипит. Мне ж конец. Она закипела. Вы закинули лапшу в кастрюлю. 4 минуты осталось. До готовности лапши. 3 минуты. Мы тянем время. Дай ей лапши, пусть она успокоится. Так, лапша быстрого приготовления. Готова. Вкус не слишком хорош. Вы высыпали пакет приправы. Так лучше. Не отлично, но лучше. 5! Что? Нам конец. Все, капут. Угу. Лапша чертова меня подставила. Будем знать. Так, я прошла уже 2 атаки ее питомца, и, по-моему, после 3-й должна битва закончиться. Я так глянула мельком на ютубе, сколько нужно продержаться против нее. Вот 2 я продержала, сейчас посмотрим, как дальше будет. Подлечилась. Так, с этими деньгами паучьи кланы наконец могут быть возрождены. Фуф, пронесло. Так, дальше. Маффит наливает вам чашечку. Я ей все делаю пощаду. Один раз перед 2-й атакой питомца заплатила деньги. Ну, не знаю, была ли легче атака. По-моему, нет. Ты не слышал, пауки застряли в руинах на поколение? Уф. Тихо. 12. Блин. Все паучки хлопают вместе. Под музыку. Так, ладно. Даже если они пройдут по дверью в Снежной Граде, слишком холодно. Так, это было хорошо. Подхилиться надо, да? Наливает вам чашечку паучков. Или заплатить. Давай похилимся. Давай. Хот-дог. Паёк давай. Вот. Фух. Так. Ну, с такой наградой за твою душу мы сможем арендовать 9-ку с печкой. Они медленнее. Мне не выжить с 12. 13. Танцует.
Я боюсь рисковать. Ну давай, пофиг, давай лапшу заварим. Сейчас заварим лапшу, ребят. Все, там просто очень такой долгий процесс. Так, немножечко похилились, есть шанс. И в сухом остатке у нас будет хороший отпуск. Или даже построим получше баскетбольное поле. Как тут жить-то? Так. О, нормально. Маффин наливаем чашечку паучков. Дальше, дальше. Хочу похилиться в последнюю. Хот-догом. Мы съели хот-дог. Ладно, оставим это время обеда, не так ли? Хи-хи-хи-хи. Вот это, по идее, последняя. О, блин, как тут сложно. Последняя. Где я не могу? 11. О, не выжить. Если здесь выдержим... Блин. Давай, плиз. Нет. Нет. Еще. Два. Ты все еще жив? Ха-ха-ха-ха. А, мой питомец, кажется, настало время десерта. Боже, неужели я прошла? А, телеграмма от пауков из руин? Что? Они говорят, что видели тебя и ты помог им деньгами? О боже, произошло огромное недоразумение. Я думала, что ты из тех, кто ненавидит пауков. Та, что просила душу, должно быть, она имела в виду другого человека в полосатой футболке. Прости за все доставленные неудобства. Я заглажу свою вину. Можешь приходить любое время, может даже не платить. Я замотаю тебя и дам поиграть моим паучкам снова. Просто шучу. Я пощажу тебя прямо сейчас. Маффит отпускает вас, и мы еще без всего остались. Подожди, Маффит отпускает меня. Ничего мы с этого не получили. Было весело, увидимся, дорогуша. И нам ничего даже с этого. О, капец. И больше нечем хиляться. Ну, ее было так сложно пройти, ну просто... Это постер последнего выступления Метатона. Трагическая история о двух влюбленных, разделенных самими звездами. Похоже, выступление оно вот-вот начнется. Нет, только не ты. Может, вернуться, подожди, вернуться назад и отхиляться? Стой, надеюсь. Я лучше подальше обойду. Так. Стойка, это будет не... Не зря я так думаю, да. Чувствуется запах паутины. Вы полны решимости, блин. О. Ну, теперь будет сложно, потому что нечем лечиться. Надо где-то покупать. В какой-то магазин сидеть, я боюсь не разговаривать. Потому что поговорить я-то записалась же. Вот ты где, дорогуша. Я всегда рада видеть тебя в моем кабинете. Только веди себя хорошо. Там у меня Метатон еще впереди. Тот еще юморист. О, это тот человек. Нет. Нет. Неужели это моя настоящая любовь? Почему он в платье? У него тут представление про любовь. Нет. Я не могу двигаться. Выпустите меня. Убегай. Моя любовь, а я не могу убежать. Королю. Он сейчас за мной бегать будет. Не прикословь. Вместе быть не суждено. Ой, меня не выпускают. Мне так больно и смешно. Упекут в тюрьму тот час. Как грустная история. Что за хрень? Там сдохнешь 20 раз. Грусть, тоска. Но будет так. Плак, плак, плак. Так грустно. Не могу. Последний не в тему. Метатон.
Звезда, типа, там еще далеко упала. Так грустно. Так грустно, что ты попадешь в темницу. Что ж, Пакеда. Эй! Какого фига ты меня скинул в темницу? О, нет, что же мне делать? Моя любовь брошена в темницу. Темница с подлыми головоломками. Мой возлюбленный точно погибнет. О, небеса, пощадите меня, ужасная головоломка с цветными плитками. Каждая цветная плитка имеет свою беспощадную функцию. Например, зеленая плитка издает звук, и затем ты должен сражаться с монстром. Красные плитки же на самом деле... Подождите-ка секунду. Видели мы эту головоломку несколько сотен комнат тому назад? Так и есть, ты помнишь все правила, не так ли? Великолепно, так что я не буду тратить твое время, повторяя их. Ах да, тебе лучше поторопиться. Потому что если ты не пройдешь это за 30 секунд, то... Ты будешь испепелен этой стеной огня. Ха-ха-ха. Ха-ха. Моя бедная любовь, я наполнен горем, я не могу прекратить смеяться. Удачи, дорогуша. Любовь моя. Так, подожди, да мы же не пройдем. Теперь внизу. Готовы мы. Чё, а как идти-то? Ау! А я не могу, тут нету другого пути. Тут тупик. О. Подожди. Ай-яй-яй. Да оно не ходится. Все. О, мне очень жаль. Кажется, у тебя кончилось время. Нет. Вот и пламя, дорогуша. А, оно приближается. Приближается ближе, о мой. В любую минуту. Кашель робота. Берегись, я спасу тебя. Я хакнула огненную стену, все в порядке. О нет, как это могло произойти? Снова гениальная доктор Альфис меня провела. Все? Так и есть. Давай же, Метатон, сдайся наконец. Тебе никогда не одолеть нас. Пока мы работаем в команде. Конец твоим головоломкам, теперь оставь нас и уходи. Конец? Головоломкам? Альфис, дорогая, о чем ты говоришь? Ты что, забыла, что делают зеленые плитки? Они издают звук, после которого ты сражаешься с монстром. Так вот, дорогуша, этот монстр я. Ну нет. Ведь что оно такое? О, хорошо, что я похилилась. Что делать? Кричать. Вы кричите, ничего не происходит. Вот и все, дорогуша, пришло время прощаться. Это твой телефон, тебе стоит ответить на звонок. Эй! И все выглядит плохо, но не волнуйся. Есть одна примочка, которая установила твой телефон. Ты видишь эту желтую кнопку? Открой на телефоне меню действия и нажми кнопку. Меню действия в твоем телефоне светится. А как его открыть? А, просто действие. Кнопка. Вы нажимаете желтую кнопку. Телефон возле метатона вибрирует. Вот и все, дорогуша, пришло время прощаться. Опа. Что делать? Теперь жми Z. Да? О! А где раньше было это оружие? Классно. Против паучихи. Ахаха. Ты одолел меня. Как такое могло произойти? Ты сильнее, чем я думал и так далее. Пока такой отчалю. Кажется, ты одолел его. Ты проделал отличную работу. Все благодаря тебе. Что? Ох, нет. Я имею в виду, именно ты делал все клево. Я всего лишь написал дурацкие программы для твоего телефона. Это может показаться странным, но могу я тебе рассказать кое-что? До того, как я встретила тебя, я не очень-то себе нравилась. Долгое время я чувствовала себя полной недотепой. Будто я не могла ничего сделать без того, чтобы не подвести всех. Но, направляя тебя, я почувствовала себя гораздо лучше. Так что спасибо, что позволил мне помочь. Как бы там ни было, мы почти у ядра. Просто минуй отель МТТ. Пойдем, давай покончим с этим.
Можно где-нибудь закупиться? Магазин, пожалуйста. А, подожди. А здесь мы можем только открыть вещи, остаток от пса. Так, подожди-ка, позвонить. Грубая перчатка, мужицкая, кусочек снеговика, мутные очки. У меня ничего нету. А что, кстати говоря, Арнакар, мужицкая бандана? Ударная карта. Так, грубая перчатка, мутные очки. Подожди, а у меня... у меня что одето там? Подожди-ка, вещи. Мужицкая бандана. Инфо. Защита 7. Кубики пресса. Давай ее применим. Тут у меня, по-моему, ничего нету, да, использовать. Так, а было... А, грязный фартук. А от него что у нас? Броня... 3. А, нет, броня защиты 11. В начале каждого хода. А, нет, слушайте, это лучше, это лучше. Угу. Давай-ка грязный фартук. Да, все, пошли. Я думала, что у нас вообще ничего не... Опять эти, нет... Эй, это ты снова! Бизнес здесь процветает. Эти двое ребят выкупили все мое мороженое. Я действительно продал абсолютно все. Извини. Подожди, у меня есть еще кое-что для тебя. Большая улыбка, как тебе? Я так счастлив. Добро же, да, действительно меняет мир. Черт. Так, если мы пойдем вперед, с этим еще поговорить. О, тут опять эта записка, подожди. Ой, слушай, мы, типа, решили отложить всю эту тему с убийством тебя. Типа, не говори Андайн об этом, окей? Спасибо, что отложили. Так, это у нас лифт. Эй, эй, помнишь мое имя? Да. Чего? Ты за... Его рожа. Ты запомнил? Как я мог быть так легко побежден? Ладно. Так, лифт. А лифт, это чтобы вернуться, наверное. Я могу потом съездить куда-нибудь в магазин, типа, да? А, здесь мы были, все, я поняла. То есть нам, по идее, пошлите сюда тогда. А что тут? Эй! Следуйте в зловещий закоулок справа за отличными покупками. Ага. О, вижу, сейчас сходим. Отличные покупки, а тут что? Тут ничего. Тут у нас этот отель. Сейчас мы за покупками сходим. Было обидно, что мне ничего за нее не дали. Эй, зацени, да, зацени это. Купить. Объедки лечит. 17, можно нехило откусить. Так. 25, да? 350. Пустой пистолет, ковбойская шляпа, броня 12. А, ну это всякие броньки, у меня на них нету. Наверное, чего-то дома, лол. Объедки, конечно, мы берем, да. А можно еще и купить? 87, да. Блин, объедками. Мы будем богатые, братья. Мяу. Давай еще. Так, все. Продать. А я могу продать, кстати. Спасибо, но нам, типа, ничего особо не нужно. О, божечки, можешь достать нам гламбургеров? Нам не особо не нужно чего-либо вообще. Стой, я заплачу 1000, если метатон расплатит, распишется у меня на заднице. Говорить. Ну, типа, как дела? У вас двоих. Я Бретти. А это моя лучшая подруга Кэти. Я Кэти, это моя лучшая подруга Бретти. Товары. Товары внутри, типа, вообще капец дорогие. На, типа, все вещи, что мы нашли, типа, вообще капец дешевые. Ты должен, типа, вообще все скупить, совсем все раскупить. Откуда у вас товары?
Откуда, где, типа, все берут оттуда пушки или еду, или... Мы нашли это в мусорке. Это хороший мусор. Это, типа, очень хороший мусор. О, божечки, Метатон. Он как мой робот-муж. О, божечки, Альфис. Я думаю, мы вроде как обе собираемся выйти за него замуж. Обе, типа, уже за него вышли. Он просто, типа, еще не в курсе. Откуда Метатон? Ну, а это, типа, Альфис построила Метатона, верно? Ну, типа, так все говорят. Ну, типа, Метатон так ведет себя, будто построил себя, было его идеей. Даже сразу после того, как его построили. Он вел себя так, будто он давно знаком с Альфис. Но они, типа, больше не друзья. Да, в отличие от меня с Бретти. Друзьяшки навсегда. Об Альфис. О, божечки, Альфис. Она когда-то жила на нашей улице. Она была чем-то типа старшей сестры. То есть, типа, если старшая сестра устраивает турне по помойке. Она показала крутейшие места с мусором. Она собирала эти странные мультфильмы. А потом она стала придворным ученым. Да, мы ее уже вечность не видели. Придворный ученый. Так вот, Альфис всегда была типа... Думала, что Асгор прям супер-милашка. Так что типа я уверена, что она сделала Метатона, чтобы типа реально его впечатлить. Робот с душой. Это типа супер связано с его хобби. После встречи с Метатоном Асгор попросил ее делать все научные штуковины для него. Но никто типа ничего еще от нее не видел. Или ее саму. Наверное, типа, просто торчит в лабе весь день. Типа, живи жизнь по полной, подружка. Да, прям как мы. Об Асгоре. О боже, он такой добряк. Он большой, пушистый дурень. И типа, я обожаю этого парня. Он типа такой милаха. Боже, мы типа так хотим. Уничтожение человечества. Сгорели мусор. Где мы берем наш мусор? Типа в магазине мусора Кэп. А, водопад в основном. Я нашла пушку на помойке. Так, все сами понятно. Да, зацени это. А типа еще увидимся, пока и все такое. Так, ну мы немножечко затарились, я успокоилась, что хотя бы сейчас нам есть чем похиляться. Эй, я слышал, ты заправляешься к ядру. Как насчет того, чтобы сперва пообедать со мной? Давай. Супер, спасибо за заботу. Чё? Сюда, наверное, да? А, это Ю такая. Я знаю короткий путь. А чё мы не заходим сюда? И вот мы снова вдвоем. Итак, твое путешествие почти подошло к концу, да? Да? Я думала, там еще дофига. Ты, должно быть, очень сильно хочешь попасть домой. Эй. Я тебя понимаю, приятель. Хотя, может, иногда лучше брать то, что тебе дают. Здесь внизу у тебя уже есть еда, питье, друзья. То, что ты должен сделать, оно действительно стоит того. Ой, забудь. Держу за тебя кулаки, малыш. Ай, позволь рассказать тебе историю. Итак, я являюсь часовым в лесу Снежнеграда, верно? Я сижу там и выслеживаю людей. Это довольно скучно. И, к счастью, глубоко в лесу есть огромная запертая дверь. И на ней просто идеально тренировать шутки тук-тук. И в один день я постучался, как обычно. Я постучал в дверь, сказал тук-тук. И неожиданно с другой стороны двери раздался женский голос. Кто там? И я, естественно, ответил. Доставка. Доставка чего? Доставка очень плохих шуток. Затем она просто разрыдалась от смеха. Как будто это была лучшая шутка, которую она слышала за 100 лет. Я продолжил шутить, она продолжала смеяться. Она лучший слушатель, которого у меня когда-либо был. А затем, после дюжины шуток, она постучалась и сказала. Тук-тук. Я спросил, кто там? Доктор. Доктор кто? Ой, а я и не думала, что ты знаешь про человеческие сериалы. Вау. Стоит ли говорить, что эта женщина была безумно хороша? Несколько часов мы с ней обменивались шутками.
В итоге мне пора было уходить. Папиру сильно капризничал без сказки на ночь. Но женщина сказала, чтобы я приходил снова, я так и сделал. Затем я пришел опять и еще раз. Это стало фишкой. Обмениваться шутками через дверь. Это клево. Однако, в один день я заметил, что она смеется не так, как обычно. Я спросил ее, что же случилось. И она сказала мне нечто странное. «Если когда-нибудь через эту дверь пройдет человек, пожалуйста, можешь пообещать мне кое-что? Пообещай, что будешь приглядывать за ним и защищать». С тех пор я ненавижу давать обещания. И эта женщина, я даже не знаю ее имени. Но той, кто так искренне любит плохие шутки, просто невозможно сказать «нет». Ты понимаешь, о чем я говорю? То обещание, что я дал ей. Ты же догадываешься, что произошло бы, если бы она ни о чем не просила, приятель. Ты бы умер там, где стоял. Эй, расслабься, братец. Я просто пошутил. Более того, разве я не проделал отличную работу по твоей защите? Я имею в виду, посмотри на себя. Ты даже ни разу не умер. Ой, много раз. Эй, что означает этот взгляд? Я ошибся? Хе. Что ж, на этом все. Береги себя, малыш. Кто-то очень сильно беспокоится за тебя. А где же ужин? Поесть. Ой, ты кто? Когда я пришел, я понял, что забыл сделать бронь. Но я не хотел выглядеть растерянным, так что я все равно вошел. Теперь я просто слизываю росу с этого фикуса. Чего? О. Изначально мы строили лабиринты с головоломками, чтобы отражать нападения людей. Но сейчас возводить извилистые запутанные строения – это просто дурацкая традиция. Нельзя сделать шагу, чтобы не вляпаться в какую-нибудь головоломку. Понастроили. Я работаю в ядре, внутри целый лабиринт из переставляющихся частей. То есть мы можем менять планировку как хотим. Да, сегодня отличный день, я так обожаю головоломки. Я местный комик, я смешной. Все смеются над моими шутками. И вот мой сын, он хочет быть комиком, как его папа. Но его шутки не смешные. Он рассказывает эти ужасные шутки. Они разочарование для нашей семьи. Вон. Ха-ха-ха. Это не смешно. С тех пор, как его матери не стало, он не смог больше жить дома. Тогда он убежал, и больше я его не видел. Я ужасный отец. Ха-ха-ха. Это не смешно. Такой вот. О. Буль-буль, прежде чем отрапезничать здесь, вам нужно забронировать столик. Также вам нужно забронировать стул, столовые приборы, еду и... Буль-буль, прежде чем... Так, опять ты говоришь то же самое. И дальше он сломался. Вау. Тут есть записаться, а это что такое? Добро пожаловать в МТТ-курорт. Крупнейший жилой дом в жаркой земле, переделанный в отель. На ночь вы здесь или живете тут, МТТ-курорт обещает вам отличное пребывание. Просто проходите прекрасно. МТТ-курорт гордится тем, что вы по нему проходите. Просто проходим. Ой, а что так столько народу там много? Рука. Да, мы знаем, лифт в городе не работает. Из-за этого инцидента... Комнаты сдаются по особой цене. 200 за комнату интересует. У меня столько нету. Дайте знать, если вы поменяете мнение. Блестящего дня. Да, я сегодня домой не попаду. Я думаю, у меня осталась холодная пицца моих горе драгоценностей. Ты можешь горе разогореть. Лифт идет прямо до столицы, но он не работает. Отель делает все возможное, чтобы поскорее наладить работу лифта. Лифт не работает, они ждут. Как слизень, я в ярости.
Добро пожаловать в этот бургер-универмаг. Мы славимся своими гамбургерами. Делаем ваш день ярче. Это этим надо принести. А ты чё, 120 м? Я тебе где столько возьму-то? Капец. Ну так-то всё прикольненько. 40 азы, у меня столько и нету. Очень популярная еда. 14. Ой, как у вас всё дорого. Капец. Извиняюсь. Да против прав болтать с клиентами, которые ничего не купили. А иди ты. Были снова дня. Всё. Зачем ты такой упоротый? Так, а лифт, говоришь, не работает, да. Лифт занят. Нам тут еще надо будет сохраниться. Сейчас еще дальше посмотрим, что там есть. О, а меня не пустят, потому что мы же не платили. О, обслуживание номеров. Принесли мой морской чай. Да. А вот и нет. Заперто изнутри. О, обслуживание номеров. Принесли моего коричневого зайку. Нет. Тогда... Вы слышите шарканье. Похоже, вы можете положить что-нибудь под дверь. Положи. Вы кладете собачьи остатки перед дверью. Они проскальзывают под ней, словно их тянет магнитом. Две кучки собачьих остатков медленно вылезают из-под двери. Чё? Не класть больше. Выглядит занятым. Мы получили две кучки остатков собачьих. Так. Ядро. О, это что, мы уже прям туда пойдем? Давайте пока остановимся. Я, блин, очень долго промучилась с паучихой. Ну, я же это все вырезала, поэтому... У них фонтан, блин, льется прямо туда. На пол, на ковер. На фонтане есть надпись. Королевский мемориальный фонтан построен в 200... Подожди, каком? А, 19-м получается. Метатон добавлен на прошлой неделе. Так, все, подожди. Расслабляющая атмосфера этого отеля наполняет меня решимостью. Я сохранилась. И продолжим уже с вами в следующий раз. Спасибо, ребят, за просмотр. Пишите подсказки, комментарии. И до встречи. Пока-пока.